1 мільйон за 1 місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковин, и сегодня у нас 6 сентября, это Радио НВ, начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Я долгое время не выходил в эфир, поскольку болел, простыл, сейчас до сих пор себя не очень хорошо чувствую, поэтому если будут какие-то сложности, то заранее прошу у вас прощения. Итак, поехали. Главной новостью сегодня будет ситуация на Донбассе, там разворачивается в какой-то степени военная ситуация, и вы знаете, судя по всему, российская армия оказалась там на Донбассе на грани, ну, чего-то не очень хорошего, давайте так скажем. Из чего следует, из чего эта информация, этот вывод? Смотрите, телеграм-канал российский, который называется ШОТ, написал тут, что адвокаты международного террориста, преступника Игоря Гиркина, который носит псевдоним Стрелков, так вот этим адвокатам удалось добиться разрешения профильных ведомств и отправить заключенного на войну. То есть, судя по всему, Гиркину заменили лишение свободы, то есть тюремный срок, на военную службу, как сейчас, собственно, поступают очень многие российские заключенные. А Гиркин с самого начала этого добивался, он очень хотел на фронт отправиться и не хотел оставаться в тюрьме. И вот, судя по всему, осталось, ну, по крайней мере, адвокаты говорят, что осталось лишь ряд формальностей соблюсти, после чего Гиркин совершенно спокойно сможет отправиться на войну, то есть куда-то туда, как раз на Донбасс, откуда он и начинал свой путь к известности и, скажем так, славе, если это можно назвать славой. Почему я делаю вывод, что дела у российской армии плохо? Да потому что вот что точно не нужно было Владимиру Путину, и до сих пор не нужно на этой войне, так это герои. Ему нафиг не нужны люди, пользующиеся какой-то авторитетом, какой-то славой внутри российской армии. Причем потому что он боится, что такого рода люди, способные на какую-то самостоятельную позицию, на какие-то самостоятельные действия, на то, чтобы повести за собой войска и не обязательно повести их в направлении Киева, может быть, даже как раз в направлении Москвы. Если вы скажете, что это невозможно, я скажу, что как же невозможно. Было уже такое, был такой очень яркий, современный, самостоятельный и харизматичный лидер в российской армии, ну, не совсем в армии, звали его Евгений Пригожин. Вы знаете, что он, когда ему сильно не разонравилось то, что происходит на фронте, он взял своих подчиненных, выстроил в колонну и повел эту колонну на Москву. Причем она до Москвы практически дошла, эта колонна, не встречая никакого особенного сопротивления. То есть мы понимаем, что такая ситуация вполне реальна. Почему? Потому что она уже случилась один раз, и, соответственно, не будет никаким шоком или удивлением, если такая ситуация повторится. Вы знаете, тогда как раз Гиркин выступил на стороне Путина, он выступил против Пригожина, он сказал, что Пригожин является мятежником, и что меньше всего российской армии в ситуации войны нужен мятеж, и Гиркин пояснил, что он хоть и Путина и не любит, но на мятеж это слишком сильно, слишком круто и нехорошо. Но вы знаете, я думаю, что если Гиркин проведет некоторое время на фронте сам, его же тогда на фронт не пускают, точнее пустили его посидеть в какой-то землянке месяц, и потом обратно отправили. Так вот, если Гиркин поучаствует в боевых действиях сам, посмотрит, как устроены местные штурмы, как устроено командование российской армии, как все эти заградотряды и прочее, 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 как полное, нет никакого обеспечения техникой, снарядный голод и все остальные дела, то я думаю, в какой-то момент Гиркин совершенно спокойно скажет: так, все, мне это надоело, и я сам пойду на Москву. Тем более, в конце концов, он, звание у него воинское есть, он полковник, а полковник — это уже не такое уж маленькое звание, это уже почти генерал. Поэтому я не исключаю, что Гиркин... Понимаете, на самом деле в российской армии очень велико недовольство тем, что происходит сейчас на фронте. Прям очень высоко это недовольство. И все, почитайте любой телеграм-канал, есть такая российская блогерша Кашеварова, военная, так она написала целый трактат в 6, по-моему, частях о том, почему в российской армии все совсем ужасно. Я, может быть, как-нибудь его даже зачитаю, потому что там довольно много всего интересного. Но она пишет, что нет ни мотивации, ни желания, ни организации, ни материально-технического обеспечения, нифига нет для российской армии, поэтому, в общем, воевать получается все хуже и хуже, дороже и дороже, и результат все меньше и меньше. Так вот, если Гиркин появится на фронте и как-нибудь себя там проявит, то вполне возможно, он сумеет сколотить какое-то ядро единомышленников, которые пойдут все вместе с ним
на Москву. На самом деле ему даже особых каких-то результатов показывать не надо будет. Почему? Потому что его слава, она больше, чем он. И в российском Z-сообществе Гиркина действительно считают героем, который пострадал за то, что на самом деле Гиркина посадили, ну, практически официальная версия, полуофициальная, давайте, ладно, честно скажем, за то, что он наехал на жену Владимира Путина, Алину Кабаеву. Он там написал, что она дура, что она там манипулирует своим мужем, и, точнее, манипулирует в плохую сторону, потому что были, он, Гиркин написал, какие-то там царицы, которые хорошо манипулировали своими мужьями, а Кабаева, как дура, она плохо манипулирует, поэтому, значит, надо ее гнать и что-то такое. И после этих слов буквально через день Гиркина посадили. Так вот, сейчас, ну, в том числе из-за этого, Гиркина считают героем, что типа он пострадал за правду. Если он объявит там на фронте, что он сколачивает свое какое-то подразделение и собирается этим подразделением действовать самостоятельно от вооруженных сил России, я думаю, большая часть командиров на земле там поддержит Гиркина, а не Герасимова. Тем более, что к Герасимову отношение в войсках ужасное, в российских, я имею в виду, войсках ужасно, просто хуже не придумать. Поэтому, раз уж Гиркина решили отпустить, учитывая все вышесказанное, то на войну отпустить, то два варианта. Либо его хотят там быстренько замочить, что, конечно, тоже вполне в путинском стиле. Пригожин замочил, Навального замочил, почему бы Гиркина не замочить. Либо дела настолько плохи, что нужен уже хоть кто-то нужен, чтобы спасал ситуацию там на этом самом фронте. Почему же ситуация такая нехорошая? Да потому что иссякают силы у российского наступления, которое оно ведет с октября прошлого года, то есть фактически уже год. Помните, в октябре пошли первые атаки на Авдеевку, массированные атаки. Там, кстати, российские сами пользователи, российские Z-блогеры пишут, что именно под Авдеевкой крупнейшее кладбище российской военной техники в мире, что типа даже на Курской дуге в 42-43 году не было таких потерь военной техники, как под Авдеевкой в году 23-24. Так вот, долго шло это наступление, силы иссякли в значительной степени, до Покровска там немного не хватило, как говорится, российской армии, но наступление приостановлено. Давайте я тут процитирую одного из российских военных блогеров, он, ну, специфический язык, вы сами понимаете, однако, как говорится, мне кажется, это добавляет аутентичности высказывания. Итак, он пишет. Хохлы ночью провели две успешные контратаки в районе поселка Нью-Йорк и в Селидово. В Нью-Йорке они смогли деблокировать часть своего гарнизона на фенольном заводе. А в Селидово вообще выбили наш ограниченный контингент за границу населенного пункта в район Терриконов. И вот дальше что-то интересное. Как обычно, гениальное наступление Герасима, имеется в виду Валерий Герасимов, начальник генштаба российского, с тотальной нехваткой резервов на местах стремительно сдуваются во время первых масштабных городских боев. Судя по всему, на этом наступление на Покровск увязнет и так быстро, как с Новогродовкой, уже не получится. Имеется в виду, что российские войска по открытой местности более-менее там продвигались, как-то ехали на своих этих мотоциклах забавных, но попав в городскую застройку, вот эти небольшие группки людей без военной техники, они, в общем, пройти никуда не могут. Там нужна уже боевая техника, очень серьезная, либо нужна многократное превосходство в живой силе, поэтому не получается у них там продвинуться дальше. То есть, видимо, как вот этот автор утверждает, его зовут Алекс Паркер, застопорилось российское наступление на этом направлении. И, знаете, чтобы у них это наступление там окончательно сдохло на обоих направлениях, в Селидово, в Нью-Йорке, я предлагаю помочь 101-й бригаде вооруженных сил Украины, которая действует, точнее, одному из батальонов этой бригады, которая действует как раз в Нью-Йорке, в окрестностях Нью-Йорка, как звучит-то вообще, да, в Нью-Йорке. Надо помочь дронами. Им там нужны и дроны FPV, и разных калибров, и маленькие, и большие, и мавики, и ночные, и дневные. То есть им нужно буквально все сейчас нужно, чтобы удержать Нью-Йорк в этом позиции, как раз на этом самом горячем направлении. Поэтому, если у вас есть такая возможность, ссылка, как обычно, на все их реквизиты будет внизу в описании к этому ролику. Поэтому давайте-ка поможем. Почему? Потому что сейчас есть возможность прям буквально остановить российское наступление. Было бы очень хорошо, если бы это получилось сделать. Еще один российский военный блогер, колонель Асад, он же Рожен, фамилия у него такая, говорит, что действительно у россиян там все не очень хорошо. Пишет: «Украинск. Бой идет на окраинах.
Первое желанное. Не зачищено, полностью не зачищено. Селидово. Противник оттеснил контратаками часть наших сил в юго-восточной части города. То есть он подтверждает информацию о том, что действительно российское наступление приостанавливается. Я не могу сказать, что оно полностью остановилось. Видимо, еще пока нет, но оно замедлилось, это точно. Почему так происходит? Да потому что, ну, во-первых, это неизбежно. Наступает иссякательный потенциал у любой армии, которая беспрерывно наступает. Вот, как я сказал, они тут более года на этом направлении наступают. Войска устают, мотивация у солдат нулевая. Они понимают, что их отправляют просто на убой. И выжить в этой мясорубке для каждого конкретного солдата невозможно. То есть он будет отправляться в атаку до тех пор, пока его там не убьют. А атаки, в атаках этих расход солдат очень большой, это все прекрасно знают, там подразделения меняются полностью свой состав за месяц, иногда по два раза. Пополнение скудное у них, все более скудное. Почему? Потому что сейчас все хуже работает система набора контрактников в российскую армию, несмотря на огромные выплаты, там уже по 25 тысяч долларов в рублевом эквиваленте платят. Все равно желающих мало, просто из-за того, что, ну, как бы, люди понимают, да, даже доходят до уж самых ограниченных, что деньги тебе нужны, когда ты, в общем, живой, когда ты буквально в течение одного месяца почти гарантированно погибаешь, что нафиг нужна такая служба. Поэтому, как я сказал, пополнение очень-очень тоненькой струйкой идут, и не хватает людей сейчас российской армии, чем дальше, тем сильнее. Снарядов у них, кстати, тоже мало. Почему? Потому что постоянное обеспечение артиллерийской стрельбы требует очень много снарядов, и в наступлении особенно. Если у вас этих снарядов нет, ваше наступление останавливается. Поэтому снаряды постепенно израсходуются все. И там еще, знаете, какая история? Туда снаряды, их же надо как-то подвозить на линию фронта. А когда вы наступаете по такой тонкой кишке, которая, собственно, идет сейчас наступление на Покровское российское, то эта кишка подвергается обстрелам с флангов. И, соответственно, возить что-либо по этой кишке очень-очень тяжело. То есть логистика, на самом деле, нарушена, затруднена. Поэтому... Знаете, даже во Вторую мировую войну, где несоизмеримо большие силы принимали участие в военных операциях, между наступлениями всегда были промежутки на отдых, но сейчас Владимир Путин не может себе позволить. Почему? Потому что он, я уже много раз говорил, поставил все свои деньги, что называется, и политический, и военный капитал, экономический, на 24-й год. Он хочет закончить своей победой 24-й год, чтобы дальше уже садиться за стол переговоров и выторговывать какое-то перемирие на удобных для себя условиях, чтобы подготовиться к следующему раунду войны. Но сейчас мы видим, что, скорее всего, не получит он такой роскоши. Почему? Потому что его наступление, в общем, как бы не особо пока ни к чему такому не привело. Потому что Покровск, ну не бог весь какой город, при всем уважении к его жителям, но даже его пока Россия взять не может. Почему еще так останавливается наступление? Еще одна причина, это, конечно, то, что несмотря на все протесты, несмотря на нежелание и декларируемое, и официально манифестируемое, все равно Россия была вынуждена забрать свои войска с Донецкого направления для отправки их в Курскую область. Немного, я так понимаю, там было буквально несколько подразделений снято, но все-таки сняты были эти подразделения, и как мы видим, в результате и в Торецке, сначала в Торецке, и теперь уже вот... И на Покровском направлении наступление российское приостановилось, а в районе Нью-Йорка даже, видите, было назад отбито несколько квадратных километров территории, украинская армия вернула себе. То есть мы видим, что сработало, отчасти сработала вот эта ставка украинской армии на Курское наступление. То есть мы видим, результат есть. Я уж не могу сказать, что это, конечно, напрямую, что это прямая связь. Много всяких факторов сыграло, но в том числе и этот. На самом деле это очень хорошо, что Покровск на данный хотя бы момент удалось спасти, удалось от оккупации. Почему? Потому что этот город важнейший центр украинской логистики на всем Донбассе. То есть там сходятся две дороги очень важные, и по этим дорогам идет снабжение украинской группировки на Донбассе. Сохранение этого города под украинским контролем гарантирует непрерывность этой самой логистики и гарантирует то, что украинский солдат будет все, ну или почти все необходимое на линии фронта. Кстати, все или не все будет в том числе от нас зависеть, от нашей с вами помощи украинским солдатам. Кстати, я знаю, что сейчас очень активизировались многие волонтеры, действительно много хорошо помогают фронту, молодцы, большие умницы.
Без логистики, как вы знаете, как я всегда цитирую Джона Першинга, одного из величайших американских генералов, он говорит, что солдаты выигрывают сражения на земле, но войну выигрывает именно логистика. И тут с ним сложно поспорить, у кого лучше логистика, у кого меньше проблем в снабжении войск, тот обычно ту или иную операцию и добивается успеха в той или иной операции. Ну и смотрите, еще важный момент какой. Несмотря на то, что наступление в районе Торецка и в районе Покровска приостановилось российское, это как бы не расслабляться рано. Почему? Потому что тут же началось, пока еще довольно туго, но уже идет наступление на Угледар. Точнее сказать, попытка охвата Угледара. Россияне пытаются охватить этот город с юго-запада и с северо-востока, взять его как бы в мешок и вынудить украинский гарнизон этого города уйти оттуда под угрозой окружения. На самом деле, я довольно давно говорил, уже, наверное, года полтора как, что захват Угледара для Российской Федерации — это принципиально важная история. Вот важнейшая, можно даже сказать, история, потому что город этот стоит на горе, на холме. Это город не частная застройка, это в основном многоэтажки, поэтому это много бетонных зданий, в которых хорошо делать укрытия. И из-за того, что бетонные многоэтажки, да еще и на холме, оттуда очень хорошо просматривается местность на несколько десятков километров вокруг. Вот если залезть просто на многоэтажку, оттуда видно хорошо. То есть оттуда замечательно работают дроны, антенны для дронов. Оттуда просто смотреть удобно за действиями противника. И подобраться к этому городу незамеченными россияне не могут. То есть они в лоб его много раз пытались штурмовать, никогда у них ничего не получалось. Все время откатывались они с очень большими потерями для себя. Плюс в Угледаре, как мы можем догадаться из названия, есть угольные шахты. И в этих шахтах можно хранить припасы, можно делать госпитали, можно делать какие-то склады и так далее. То есть еще абсолютно недоступные для противника, для его ударов, в том числе и с воздуха, поэтому там очень удобно держать оборону на долгосрочной основе. Мне кажется, даже если в полную круглую, в окружении бы этот город оказался, все равно бы он довольно успешно мог бы довольно долго отбиваться. Но, естественно, никто не хочет, чтобы Угледар попал в окружение, ну, по крайней мере, среди нормальных людей. Поэтому Россия будет пытаться захватить этот Угледар, скажем так, хитростью, взяв его в окружение и действительно уморив голодом всех тех, кто там находится, или попытавшись, по крайней мере, так сделать. Что я хочу сказать. Для России это еще, кстати, важный момент. Почему? Потому что, имею в виду Угледар, потому что даже если бы России удалось взять Покровск, то Угледар оказался бы как бы немножко в тылу и на фланге, на левом фланге, наступающий на Покровск и захвативший потенциально Покровск, еще пока нет российской группировки. Поэтому, конечно, необходимо было убрать эту опасность для россиян в виде Угледара. Срезать этот выступ, скажем так. Плюс еще что надо отметить насчет Угледара, я тоже говорил, как раз на всякий случай напомню, там неподалеку от него проходит железная дорога, связывающая Приазовье и Донбасс. Эта дорога простреливается из Угледара, поэтому движение поездов по ней невозможно. Россияне очень хотели бы захватить Угледар для того, чтобы разблокировать движение по этой дороге, поскольку вся российская логистика военная, она базируется на использовании железнодорожного транспорта. Если эта дорога вступит в строй, то это серьезнейшим образом упростит российские операции на юге Украины и снабжение российских войск там. И даже, например, взрыв уничтожения Крымского моста не нарушило бы снабжение российских войск в Приазовье, если Угледар будет захвачен. Ну и что россияне делают? К северу от Угледара уже больше года идут постоянные атаки на позиции нашей с вами любимой, ну, по крайней мере, моей 79-й бригады. Мы ей много раз помогали, этой бригаде, десантники. И знаете, несмотря на то, что у России очень мало военной техники осталось, ну, в сравнении с тем, что было, по крайней мере, для атак на позиции 79-й бригады техника всегда у россиян находится. Огромные просто ресурсы сжигаются там. Сначала Новомихайловка, теперь это просто Кураховское направление. Россияне там сотнями теряют танки, БМП, БТР, все что угодно, но пытаются проломить оборону, которая там держит 79-ка. Почему? Потому что если бы это получилось, то они зашли бы в Угледар с фланга, и, может, даже практически в тыл зашли бы в угледарской группировки, и тогда вся проблема была бы решена. То есть
Это является супер важное, супер приоритетное направление российской армии. И я думаю, что они будут туда бросать все больше и больше сил, пока есть эти силы, потому что силы заканчиваются, как я сказал. Но пока есть, они будут делать все возможное для того, чтобы решить эту задачу. На мой взгляд, теоретически, если бы я был начальником, командиром, учитывая все вышесказанное, я бы уже давно построил бы вокруг Угледара там какие-то огромные линии укреплений, бетонных минных полей, колючей проволоки и так далее, чтобы Угледар ни в коем случае не попал в руки россиян. Я уж не знаю, построены или не построены эти укрепления, и, наверное, это секретная информация, но если они есть, то должны все-таки остановить, вкупе, конечно, с успешными действиями 79-й бригады и ее соседей, не менее героических, которые держат там вот к северу от Угледара всю эту территорию. Вообще говоря, тут надо важный момент отметить. Вот это вот 24-й год, на который Владимир Путин запланировал вот это супер главное свое масштабное наступление. То есть он хотел как? В 24-м году, как, кстати, в свое время Гитлер хотел, в 43-м году на Курской дуге разгромить советскую армию и ударом как бы с юга окружить Москву. То есть вот его такой был план у Гитлера. У него и таким образом закончить войну. То есть он бросил, так сказать, все свои резервы, все свои ресурсы на эту самую Курскую дугу. И, в общем, нифига у него не получилось, поэтому он покатился назад. Сейчас Путин вот пытался в эту летнюю кампанию, в общем, такую же задачу решить. То есть он хотел разгромить украинскую армию, сконцентрировав все свои ресурсы, все свои резервы, в один мощный удар разгромить украинскую армию и дойти, там вообще, конечно, разные были цели, но в идеале они, конечно, хотели дойти до Днепра. И вот смотрите, я прям перечислю, что они хотели. Минимальная цель российской армии на это летнее наступление была следующая. Захватить в Харьковской области Купинск, в Донецкой области Часов-Яр, Покровск и Угледар. И таким образом вот эти города ключевые, стратегические точки на логистической карте Восточной Украины, они бы позволили России в случае переговоров или перемирия, в любом случае это сильно обрушило бы украинскую оборону и сильно позволило бы усилить будущем наступление российской армии. Мы же с вами понимаем, что на этом война бы не закончилась. То есть после перемирия был бы второй этап. И вот захват этих четырех городов позволил бы российской армии быстро и максимально безболезненно для себя наращивать армию в этих ключевых точках и для дальнейшего продолжения атаки. То есть вот это задача минимум. Купинск, Часов-Яр, Покровск, Угледар. Желательная задача, как бы средней важности задача, это разгром украинских войск на Донбассе и выход к административным границам Донецкой области, да, к реке Оскол и Северский Донецк в Харьковской области. То есть создать опять же такую большую оккупационную зону оккупации. Вот это желательная задача, средней, так сказать, важности. Ну и идеальная для России история, это, конечно, разгромить украинские войска в Донбассе и прокатиться просто волной по степи к Днепру, к Запорожью, взять в осаду эти города, а также при возможности окружить Харьков, взять его тоже в кольцо. То есть три цели, минимальная, средняя и максимальная. Как видим, даже на данный момент, даже план минимум не реализован. Российская армия подошла к Покровску, очень близко подошла к Часову Яру. На самом деле бои уже идут внутри Часова Яра. С Купинска они бомбят, но пока еще не захватывают. И Угледар, как видим, пытаются окружить, но не очень пока выходит. То есть даже задача минимум на данный момент летнего этого наступления не реализована. А лето-то уже закончилось. И, как мы понимаем, до дождей серьезных осталось не так много времени. В принципе, уже где-нибудь во второй половине октября запросто могут зарядить дожди. То есть это осталось чуть больше месяца. И когда дожди польются постоянным потоком, то, как вы понимаете, наступать на мотоциклах, уже не получится, потому что это грязюка, ты там не проедешь уже по полю на мотоцикле. Сейчас еще можно кое-как, а когда все размокло, то уже нет. Техники, как я сказал, боевой у России почти не осталось, все советские запасы даже сожгли, поэтому, конечно, ситуация будет для россиян, наступать они дальше не смогут. Точнее, смогут, наверное, каким-то еще немыслимым напряжением усилий, но в тех объемах, как сейчас, уже у них не получится. То есть на данный момент Владимир Путин делает ставку максимальную. То есть он должен все абсолютно, что у него есть, бросить в достижение этих целей своих, либо у него
больше такого второго шанса не будет. Это единственная возможность для него. Людей больше в России не становится, людей становится меньше, причем быстро становится меньше. Техники тоже становится меньше, потому что сжигаются советские запасы уже почти под ноль. И денег становится меньше. Как я сказал, ценник, даже супервысокий ценник, вот эти 25 тысяч долларов, обещаемые российским рекрутам, новым наемникам, не работает. Люди не хотят идти служить. Поэтому, если не получится сейчас, то не получится никогда. В 24-й год Путин вложил действительно все. И если у него сейчас, если он провалится, не справится с задачей, поставленной перед самим собой, то 25-й год для Украины будет гораздо-гораздо проще и в плане ресурсов, и в плане людей, и особенно в плане денег, потому что в плане денег у России начнется полная катастрофа. И я вот подготовил несколько новостей на эту тему, которые, мне кажется, просто наглядно объясняют ситуацию. Давайте об этом уже в следующей части поговорим. Подписывайся на канал Радио НВ ось тут.